В Саровском драматическом театре полным ходом идут репетиции. Декорации, костюмы и реквизит. Почти все готово к началу нового сезона. Его откроют детским спектаклем «Как ежик и медвежонок протирали звезды». Режиссер Георгий Боболь взял за основу сказки Сергея Козлова. Собрал из 7, по-моему, сказок Козлова. То есть такая компоновка получилась. Про дружбу, в первую очередь, и про мечту. И про то, что надо ей, несмотря ни на что, все-таки следовать. В постановке режиссер рассказывает трогательную историю о том, как однажды ежик, медвежонок и зайка собрались вместе, чтобы посумерничать. Маленькие зрители вместе с главными героями услышат шелест травы и песню ветра, увидят, как загораются звезды и парят облака. Постановка наполнена музыкальными и хореографическими вставками. Спектакль украсит воздушные декорации и множество световых эффектов. Спектакль про любовь, дружбу и мечту не оставит никого равнодушным. Для детей это веселое приключение, а для взрослых – возможность вспомнить детство и пусть ненадолго побыть ребенком, побродить в тумане, послушать тишину и забыть о повседневной суете. Пару моментов я себе позволил вставить, скажем так, юмор, который дети, может быть, и не поймут, а вот взрослых хотя бы улыбнет. Для молодого режиссера это дебютный детский спектакль. Постановка сказки далась нелегко. Удержать внимание ребенка – непростая задача. Для маленьких зрителей, в отличие от взрослых, нужно больше эмоций и динамики. Поначалу у меня взрывался мозг, потому что то, чему меня сейчас учат, ну, назовем это по школе, вот для детей все не по школе. Вот вообще. То есть все динамичнее, все ярче. Ну, грубо говоря, все плюсуется немножко. Сказочную историю, как ежик и медвежонок протирали звезды, можно увидеть в театре с 21 сентября. Артисты также выступят в детских садах города с короткой версией постановки. С сентября стартует еще одна премьера сезона от московского режиссера Сергея Кутасова. Лирическая комедия «Русский медведь» по пьесе Бориса Рацера расскажет смешную сентиментальную историю о детях и родителях, об одиночестве и любви. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».